Внимание! Пожарная тревога. Сработала охранно-пожарная сигнализация. Замыкание проводки привело к пожару. Людей эвакуируют. Пожарные наряды на месте и готовы тушить возгорание. С такой легендой прошли учения пожарно-спасательных сил Химкинского МЧС. Чтобы тренировка прошла максимально реалистичным, местом событий выбрали Сходнинскую больницу. Оперативный штаб пожаротушения развернули в считанные минуты, а само здание тщательно проверили, не осталось ли людей. Цель наших учений – проверить противопожарное состояние объекта здравоохранения, надежность системы оповещения, дальше взаимодействие с администрацией объекта и служб пожарной охраны, способы эвакуации людей, тушение пожара на объекты здравоохранения. Оперативность и слаженность действий персонала больницы и сотрудников МЧС позволили решить задачу в кратчайшие сроки. Уже через полчаса все структуры смогли вернуться к привычному режиму работы.